Всем привет! Меня зовут Марина Панкова, и сегодня я буду готовить рулетики из ветчины. Я купила ветчину сразу в нарезке, чтобы удобнее было фаршировать и закручивать, но вы можете сами мелко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке. Я взяла твердый сыр пармезан. Плавленый сырок также натереть на мелкой терке. Я заранее положила сырок в морозилку на 20 минут, чтобы удобнее было тереть. Чеснок почистить и натереть на терке или пропустить через пресс. Все соединить и заправить майонезом. Теперь берем ветчину и на одну сторону кладем начинку, а затем сворачиваем в трубочку. То же самое делаем с остальной ветчиной. Вкусная закуска прекрасно подойдет к новогоднему столу. Всем приятного аппетита и до встречи в новом видео!